Наша землячка Мария Кузнецова завоевала золото юниорского чемпионата Европы по борьбе, который в эти дни проходит в немецком Дортмунде. Кузнецова в финале весовой категории до 63 килограммов одолела Александру Вальцинчку из Польши. Тренер Марии отметила, что в ее подопечная боролась очень уверенно. Финальную схватку Кузнецовой признали лучшим поединком женского турнира. Кстати, в активе Марии ранее были в основном бронзовые медали крупных международных турниров. В ближайших планах чемпионки выиграть юниорский чемпионат мира. А в следующем, когда она уже перейдет во взрослую команду, успешно выступить на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх.